1 октября представители студенческого актива ОСА и молодежной редакции «Поколение» объединились с целью продемонстрировать уважение к истории своей страны. Они организовали субботник там, где 76 лет назад от рук немецких палачей трагически погибли мирные жители за помощь партизанам. 5 марта 1942 года все население маленькой деревушки сгорело в мучительных страданиях в запертом сарае. О той трагедии напоминает памятный знак – большой валун с мемориальной доской, на которой высечены имена 19 человек, сожженных в годы оккупации. Мы следим за чистотой в городе и за разными историческими датами. Мы их помним и делаем так, чтобы никто не забыл. Нужно помнить о том, какой был совершен подвиг, если говорить именно о Великой Отечественной войне. Мы, как волонтеры города, волонтеры Победы, приезжаем, убираемся, поддерживаем памятное место в чистоте, потому что память, она должна жить, быть с нами. Волонтеры проводят уборку на памятном знаке два раза в год – в начале марта, в день трагедии, и по осени, в преддверии Дня освобождения Смоленщины. Традиционно после субботника ребята зачитали стихи и возложили цветы к мемориалу. Память о тех страшных событиях не должна угасать. Элина Нурматова, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.